Всем привет! Вы на канале Bro Show Games, и сегодня мы такой дождливый день, морозный, я бы сказала, сколько? Плюс два. Мы выезжаем в Минск сначала. Арсений, Саша, смотрите, они все уже сидят, залипли в телефонах. После чего мы вылетаем в Киев. Да. Киев, жди нас. А дальше мы полетим еще куда-то. Секрет. Секрет, Арсений? Да. Ладно, поехали. Мы сейчас заехали в кафе, называется «Свои», «Гастрофест». Еще нам до вылета 2 часа, вернее, до регистрации, поэтому мы решили перекусить. Папа побежал в магазин себе для часов купить новый ремешок, да? А, да. А мы сейчас кушаем. Вкусно, София? Мы уже покушали. Да. Идем опять садиться в машину и уже едем в аэропорт. Саша, София и Инна вон с Колей впереди. Мы с Арсением немного отстаем. Как тебе, прохладно? Ну, нормально. Здесь сейчас плюс один и начинается небольшой снежок. Ну, через камеру не видно, не передает. Но уже скоро будет тепло, да, Арсенька? Да, плюс 30, наверное. Да, плюс 25, плюс 30, я надеюсь. Коля ищет аэропорт Минска, да, чтобы в навигатор забить. Вот сейчас мы будем выезжать. А, эти наши вроде еле-еле, но не доели. София еще чипсы. Только не съела. Не съела, вот ты жучка. Ну что, в путь? Пешком, 7 часов 22 минуты. Не, пешком давай не будем, давай лучше все-таки поедем. 40 минут, 40 километров. 40 минут, 40 километров. Ну, мы как раз приезжаем к началу регистрации. Ну и так, смотрите, у нас два больших чемодана, но в этом чемодане маленький чемодан. Мы этот с собой на запас брали, на покупочки. Так, взяли Софию коляску, потому что реально будем долго гулять, она столько не выходит. И два маленьких чемодана. То есть у нас три маленьких назад будет и два больших. Все, вроде бы все забрали. И идем уже в аэропорт. Смотрите, в аэропорту все в масках. Людей, я бы сказала, немного, Коль. Немного, совсем немного. Практически все пусто, хотя аэропорт большой. Мы все в масках. София, знаете, какая маска, которую она почистила себе. Сейчас мы пойдем уже сдавать наш багаж. Саш, как ты? Нормально. Нормально? Все, все нормально. Сейчас будем вылетать именно в Киев. Перелет у нас составляет 1 час. Да. Никого не видно, лиц не видно, вообще непонятно, кто где. Что прямо пошли. До ночи. Да, что прямо до ночи. Пошли. Мы уже вылетаем. Борисполь, да, на Украину. Кабасурманка. Снимай шапку. Коля с Арсением напротив сидят. А сейчас в Киеве несколько аэропортов? Не знаю, только Борисполь знаю. Других не знаю. Летим в Борисполь. Прилетим? Через час. А, нет, в отдых. А, нет, еще долго. Так начинается посадка через 10 минут, мы уже будем в Борисполе. А Софика кушает конфетки. Да? Конфетки кушаешь? Вот еще играет твой планшет. Да, планшет играешь. Саша в телефоне. Кто-то пришел с duty free, уже чипсы ест. Софика, если тебе жарко, можешь шапочку снять. Ну, братин, купи чипсы, а мне ничего, значит, вы мне купите игрушку. Ты такая хитрая. Да. Короче, мальчики кушают чипсы, мы сейчас с Колей тоже сходим в duty free. Для себя посмотрим что-нибудь, да, Коль? Пойдем. Сейчас мы зашли покушать, нам еще 3 часа ожидания, да? Да. Мы себе с Колей заказали соляночку. Вкусная? Я еще не пробовала. Мам, дай воды. София, я себе, как обычно, картошку фри, а мальчишки по спагетти ждут еще, пока им не принесли. Мама, дай воды. Вода у тебя? Эх, нам. Она закончила? Сейчас все мальчики дадут. Наконец-то принесли мальчикам. Их пасту. Саша такая интересная с оливками, с грибами. Мне понравилось. И Арсенина. Стандартная, обалденная карбонара, да? Да. Все верно. И у папы тоже карбонара. А я тут сижу, монтирую ролик. Еще? А папа сидит, кушает. Никого не слушает. Мы уже в самолете. Пакетик. Все сидим. Коля? Так, это... Если вдруг вырвет. Да, покажем, что тут. Мальчики уже сразу играют.
но здесь, по крайней мере, есть телевизоры, в которых можно хоть что-то посмотреть, я если кто-то что хочешь. Ну, конечно, будет. Мама, а ты знаешь, что тут можно еще музыку включить? Знаю, доченька. Еще. Можно это, фильм какой-то он посмотреть. Он работает. Да. Что входит в пищевой набор в перелете? И это макароны с овощами и курицей. Коробочки, как я же у детей. Вилочки, ложечки наши. Вода. Это вода. Булочка. Печенька. Что еще? И кусочек сыра и салфеточки. Все, все, что входит. Что, Санек, мы уже подлетаем? Смотрите, что у нас произошло. Забрали мы чемодан, а он у нас, оказывается, сломался. Вернее, его где-то, видно, бросили неудачно, и он отломался. Да, Арс? Да. Придется покупать новый. Ну что, сдали мы тесты. Брали только у Коли, меня и Саши тоже повторные. Результаты будут сегодня, где-то через 3 часа обычно их делают. Сейчас мы идем искать наш трансфер. И все, едем отдыхать. Вперед! Вперед. На такси будем. Да, на такси. Давай, вперед, пошли. Я качу коляску. Поехали, красотка. Так, трансфер у нас сейчас будет на большой машине, да, так как нас много в Дубае, в одном такси не может быть больше 2 человек. У нас, смотрите, какое такси. Вот это большущее такси. Вот это у нас, да, София? Ну, первый раз мы на нашу большую семью. Это как маршрутка. Тойота называется, да? Ну что, будем выезжать? Сколько места? На 5. На 5. Ну, сейчас по правилам по-другому нельзя, давай. Не знаю, а он сейчас узнал. Сейчас мы гуляем, и тут наши подписчики встретились. Будем фотографироваться, Арсень. Становитесь красивенько. Сашка, да, вот возьмите вот так, да. Смотрите вот сюда. А вы откуда? Мы здесь живем. А, вы местные? Да, мы местные. Понятно. Хорошего отдыха. Спасибо большое.